Кирове во дворе таксист сбил ребенка на самокате. Мальчик резко выехал на дорогу. Вроде бы водитель Volkswagen среагировал. Он затормозил, но избежать столкновения не удалось. Детали этой аварии в рубрике «Видеорегистратор». Во дворе мальчик на самокате не посмотрел по сторонам и выехал на дорогу. В этот момент там ехал таксист на поло. Удар получился не сильный, подросток отлетел, но остался стоять на ногах. Судя по видео, мальчик получил ушиб правой ноги. На перекрестке улиц Воровского и Солнечной еще один таксист на Рено поворачивал налево и не уступил дорогу встречному Volkswagen. Оба водителя ехали на зеленый сигнал светофора. После удара травмы получила 20-летняя девушка-пассажир пола. Но от госпитализации она отказалась. На улице Горького едва не прокатился на капоте машины с камерой шустрый пешеход, который перебежал дорогу в неположенном месте. Или чё? На улице Упита пенсионер на Ниве Шевроле не заметил автомобиль с регистратором и начал разворачиваться через двойную сплошную линию разметки. Аккуратно разворачиваться будет. На улице Производственной на разворотном круге гонщик на приоре из левого ряда резко повернул направо и едва не спровоцировал ДТП. В Кирове во дворе москитная сетка разбила лобовое стекло у иномарки «Форд». Скорее всего, порывом ветра металлическую конструкцию вырвало из креплений, и сетка полетела вниз. Приземление получилось неудачным. Михаил Вагин, место происшествия.